Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 6. Упражнение номер 14. Таня пробежала 30 метров за 6 секунд. С какой скоростью она бежала? Нам известно расстояние и известно время, которое она потратила на этот путь. Чтобы узнать скорость, нужно расстояние разделить на время. То есть нужно 30 разделить на 6. Это получится 5. 5 метров в секунду скорость Тани. У нас стоял вопрос, с какой скоростью она бежала. Можем записать ответ. 5 метров в час скорость Тани. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.